Здравствуйте, друзья! У вас на экранах та самая Наталья, которая уже не раз была на экранах. И что пришли, расскажите. Я пришла вчера, получила звонок от некого Сережи из Новосибирска. Так. Он видел мои контакты на вашем канале. Так. И попросил о помощи переслать ему грин-карты, которые он не может вылететь, к сожалению, в США. То есть он заехал и уехал, так что ли? Я не знаю, он сказал, что он не может сейчас выехать в США так. И хотел бы... Вот покажите, получить. Что у вас есть. Да. Вот у вас есть так. Номер соцстрахования, вот да. У вас есть грин-карта. Так. Вот. У нас Сергей Полушин. Полушин, да. Ну хорошо, вот Сергей получит в Новосибирске свои бумажки. Значит, ну положить куда-нибудь, так что не потерять. Теперь, вы видите, тут лежат грин-карточки у меня на столе. На столе, посмотрите, вот этот левый конверт мой не трогаем. А вот эти три. Значит, друзья, зашел в офис. Специально мы с Натальей договорились, что она подойдет. Я специально подъехал, прямо из Санта-Крус. И смотрю в ящике, еще три грин-карты. Значит так, оглашайте счастливчиков. Так, это некая Татьяна Никитина. Так. Так, второй у нас Сергей Никитин. Прямо как песни поет. Да. Так, бард. И Камченко. Я не знаю, но... Камченко. Может быть, Камченко, но это не Татьяна. Как-то странно по-английски, если... Камышенко. Это... Нет, имя. Титяна, это украинский Титяна. Вариант. А, да, извините, конечно. Я не знала. Титяна. Да, то есть три получается. Камышенко. Друзья, кто вот с грин-картами, имейте в виду, что вот они все еще тут. Так, значит, кладите их на стол. А вот тут у меня еще столько номеров соцстрахования. Да, я недавно делал сюжет, вы, может быть, не смотрели. Нет, честно говоря, мне некогда. А так сделайте их так веером, чтобы было видно, что дофигище. Да тут мне просто... Я знаю, что кто-то не может получить, но я сейчас вижу, что ребята, видать, усилия не прилагают к этому. Те, кто не может получить, потому что реально... Смотри, как? Веер. Окей. Вы прям как дама с веером. Наташа, ну давайте обратно, значит. Жизнь-то как? Да. Вы сколько уже в Америке? Год есть? Мы уже... Был год. Я уже четвертый. Я уже на последнем видео, по-моему, говорила. Не в Америке, да? У нас в Калифорнии. В Калифорнии 2 года уже будет на Новый год. Да вы что? Да. Ну скоро и 2 года. И что вы? Что я? Английский подобрали где-нибудь? Да, подобрала. Я же сегодня как раз думаю, вот я к вам Сергей попросил, и я параллельно еще к вам зашла. По-английски сказать. Я буду с вами разговаривать. Еще поболтаем еще. Да, конечно. Хорошо, замуж не вышли еще? Нет, пока. А то я чувствую, что они там на вас наседают, кавалеры-то. Ну, наседают, а... А толк никакого? Ну, не то, что толку, это отдельный разговор. Отдельный. Ну, хорошо, то есть в целом вот на вас не влияет депрессивно там этот ковид или там какие-то экономические неурядицы? Где экономические неурядицы? Я не знаю, вот говорят, у нас рецессия. В США? Вот безработица большая, да. В США. Не знаю, если честно, я не смотрю телевизор вообще, мне реально некогда его смотреть. Это помогает. Наверное. Так. Пессимистического настроения 0, так. 1 оптимизм. Нет, в работе своей я не вижу, не знаю. Хорошо, не тогда знаю. Пожелаем нашим зрителям, знаешь, сейчас сезон, сейчас все в лотерею играют, у кого еще нет грин-карты. Некоторые, у кого даже есть, тоже думают, лучше сыграть. Еще раз. Те, кто выиграл, но еще не получил в прошлом году. Это есть смысл, да. Ну что, давай... Знаешь как, я скажу, такая у меня есть мулька, что вот на островах Тихоокеанских есть поверье, что вот у местного населения, что если скушать кусочек там, так сказать, мышцы физически сильного человека, то тоже станешь сильнее. Если скушать кусочек мозга какого-то умного человека, там хорошо, там евреев у них нет, сожрали бы всех. Жестко. Так да, так вот, значит, так станешь умным. Понимаете? Вот. А в нашем деле, все-таки мы живем в цивилизованном обществе, нам не нужно для того, чтобы там приобщиться к успеху там, или, скажем, счастью другого человека, раз у него кусочек съесть. Угу. Вот. Давайте мы сделаем какой-то такой жест, ритуал, не знаю, что вот как наш зритель приобщиться, причаститься, можно сказать, к вашему хорошему настроению и, так сказать, восприятию Америки. Что-нибудь, ну-ка. Что-нибудь, я не знаю, все, кто даже разговаривает со мной по телефону, просто по телефону, я очень часто слышу, говорит, у тебя из тебя позитив аж прет. Так. И американцы в том числе, они говорят, с тобой так приятно разговаривать, то есть после разговора со мной
Хочется жить дальше. Нет, это я не призываю разговаривать. Вы и там... Нет, но вы призываете жить дальше. Вот наше видео, пожалуйста, мой позитив. Так, подождите, вы и там позитивненькая были или тут на вас особо наехало? Я думаю, здесь я особо позитивная стала. Здесь есть такое, есть повод. Ну, наверное, да, есть. Друзья, а если бы еще по-английски говорила, представляете? Вау, ну я сейчас, конечно, уже... Получше. Ну, я не то, что получше, я разговариваю уже хорошо, с американцами друзья, подолгу по телефону. Друзья, мы отпускаем Наталью в светлую и долгую американскую жизнь, а вы значит, так вот, я знаю, что надо делать. Надо поставить лайк в этом месте. Лайк? В этот момент вы ставите лайк, и тем самым вот вы приобщаетесь вот к этой энергии позитива и иммиграции. В хорошем смысле этого слова. Лайк. Отлично. Машем ручкой. До новых встреч. Мы не прощаемся, правда? Конечно.